Re! Viss ēters ir te! Как выбирали нового президента Латвии? Об этом расскажет наш корреспондент Анастасия Дьяконова. Она весь день находилась в парламенте и следила за избранием главы государства. Настя, тебе слово. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, телезрители. Здесь в Сейме уже тихо, все работы завершены, президент избран. Ну а началось все уже сегодня утром на пленарном заседании, внеочередном, где присутствовал всего лишь один вопрос – выборы президента страны. Кандидатов трое, все они сегодня пришли сюда в Сейм, присутствовали во время голосования. Ну и по традиции у всех парламентариев была возможность высказать мнение о всех кандидатах, дать им оценку и призвать проголосовать за своего кандидата. Напомню, их было трое: Эгилс Левиц, Юрис Янсенс и Дидзис Шмидс. Ну и я предлагаю послушать, что же некоторые из депутатов сегодня говорили с трибуны. Для новой консервативной партии очень важна правомерность. Мы считаем, что в лице Эгилса Левица мы получим президента, сотрудничая с которым мы получим ускорение для развития Латвии. Имея качество господина Янсена, том, что он был тесибсаргом и еще работает тесибсаргом, и очень долгое время он защищал интересы жителей и тех, которые попали в трудностях, мы считаем, что он очень хороший кандидат президента, который может, так сказать, вслушаться и решить проблемы жителей Латвии. Янсена кунгс и Шмидта кунгс. Господин Янсенс и господин Шмидтс, от меня и от членов моей фракции выражаю свое уважение за вашу смелость и находчивость во время выборов. Сегодня, правда, не на стороне тех, кого выбирает коалиция, а у тех, кто находит силы бороться за принципы и истинные ценности. Дебаты в парламенте длились около часа 40, а потом началось голосование. Впервые оно было открытым, но это не значит, что депутаты просто нажали на кнопки, и президент был избран. Нет, они из зала заседаний пришли сюда, в зал для голосования. И казалось бы, а где здесь можно проголосовать? Так вот, здесь в стене находятся специальные маленькие комнатки, были еще две кабинки, которые уже убрали. И депутаты приходили, называли свое имя, фамилию, после чего получали бюллетень, на котором были написаны имена и фамилии трех кандидатов. Причем каждый депутат должен был поставить плюсик напротив той фамилии, которого кандидата он поддерживает, и поставить плюсик напротив графы «не поддерживаю» двух других кандидатов. Чтобы парламентарии не запутались, их всех перед началом голосования проинструктировали, рассказали, что будет считаться, что не будет считаться. И, например, двое депутатов от «Союза зеленых и крестьян», Анда Чакши и Марис Кучинскис, все-таки свои бюллетени каким-то образом испортили, их голос не засчитан. В итоге 61 голосом за новым президентом Латвийской Республики был избран Эгилс Левиц. Предлагаю посмотреть, как это было. Пар Латвийс Републикс валс президенту ивелац Эгилс Левиц. Эс бушу висас Латвийс таутс президентс. Я буду президентом всего латвийского народа, всех взглядов, всех народностей, всех вероисповеданий, президентом всех граждан Латвии, как тех, кто живет в Латвии, так и тех, кто живет в мире. Я буду президентом нуждающихся и зажиточных. Я буду президентом отверженных и тех, кто уверен в своей жизни. Моя работа будет посвящена тому, чтобы в нашей Латвии было больше солидарности, чтобы мы все чувствовали себя полноценными, нужными и принадлежащими своей стране. Ну и после того, как Эгилс Левиц был избран новым главой латвийского государства, он отправился на такую пресс-конференцию, где успел пообщаться с журналистами, а после этого даже пришел сюда, чтобы сфотографироваться с членами национального объединения. Напомню, что пока что Эгилс Левиц еще не президент Латвии, а лишь новоизбранный глава государства. Он перемет полномочия от Раймонда Вейниса только в начале июля после инаугурации.